Вечером 22 октября 38-летняя певица Наталья Подольская и 52-летний музыкант Владимир Пресняков-младший поделились с подписчиками радостной новостью. Они стали родителями во второй раз. У пары родился мальчик, которого назвали Иваном. Об этом они сообщили в своих микроблогах в Instagram. Также звездная пара, в противовес всем суевериям и инстамамам, которые часто прикрывают лица малышей смайликами, сразу показали поклонникам своего сына, так как не верят в сглаз и тому подобное. Супруги сделали первое фото с новорожденным из центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, где прошли роды Подольской. Певица чувствует себя хорошо и сейчас восстанавливается. Судя по комментарию новоиспеченной мамы, роды стали неожиданностью, так как сначала предполагалось, что малыш появится на свет в другую дату. «Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо», – прокомментировала Наталья Подольская. «Ваня, здравствуй», – написал в своей публикации Владимир Пресняков-младший. В комментариях новоиспеченных родителей с прибавлением в семействе поспешили поздравить коллеги, звезды отечественного шоу-бизнеса. Одним из первых отметился композитор и продюсер Игорь Крутой. «Дорогие Наташа и Вовчик, поздравляю!» К нему присоединился и коллега Иосиф Пригожин. «Дорогой Володенька, от всей души поздравляю вашу семью с рождением малыша. Наташе большой привет, будьте счастливы!» Поздравил пару супруг Валерии. «Если сверху решили, то точно все хорошо. Поздравляю. Берегите каждую секунду», – написал композитор Игорь Николаев. Также их поздравили Полина Деброва, Анна Плетнева, Светлана Хоркина, Зара, Слава, Рита Дакота, Анжелика Рева, Сати Казанова, Алсу, Михаил Галустян, Илья Вербух и многие другие. Стоит отметить, что ранее в звездном семействе Пресняковых шли жаркие споры по поводу имени для малыша. О грядущем пополнении в семье Владимира Преснякова-младшего и Натальи Подольской стало известно минувшим летом, хотя слухи появились еще в начале весны. Однако подтвердила их певица лишь в середине августа, опубликовав фото с округлившимся животиком на своей странице в Instagram. Тогда Подольская сказала, что Пресняковых должно быть много. Супруги говорили, что хотели бы дочку. Теперь же, после рождения сына Ивана, Подольская официально дважды мама. А вот у Владимира Преснякова-младшего есть еще 29-летний сын Никита от певицы Кристины Арбакайте. Напомню, Владимир Пресняков и Наталья Подольская познакомились на съемках шоу «Большие гонки» в 2015 году. А в 2010-м официально зарегистрировали отношения. 5 июня 2015 года у пары родился их первенец Артемий.